Привет, дорогие зрители, с вами Майн, и сегодня мы играем Clash Royale, это наша третья серия. Так, сейчас мне тут выпало с золотого сундука какое-то здание, Goblin Hut. Напишите в комментариях, зачем оно вообще, брать, не его не брать. Также мне еще дали пеку. Также скажите тоже, хорошее, нехорошее, улучшать мне его нет. Вот. Всё, в принципе. Так, пошлите в бой теперь. А, чё это, ес? Итак, не обращайте внимания на ник, там и старый ник. Ага, вот что это здание дает. Давайте заспавним этого пекля. Такой звук прикольный. Мне нравятся вот эти скелетики, они вообще убивают все на изи. Блин. Завалили мы скелетиков. Ну что-то пека вообще такая. Ну конечно первого уровня. Для первого уровня, наверное, это и нормально еще. Давай, тащите! Капец, он их разносит. Сейчас я пека заспавлю. Угу. Это он тащит. Нет. Пека, тащи, пожалуйста. Хорош. Давай, тут мои лучники тебя спасут. Пека на пеку. Офигеть, мы его завалили. Мы их не пеку завалили, офигеть. Давай, давай, валите здание, пожалуйста. Мы должны его здание быстрее завалить. У него меньше хп, чем у нас. Давайте попробуем выпустить сейчас быстренько. Давай, 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 давай. И давай, давай, мы должны. Блин, только 200 сняло. Давай. Гоблин. Тот великан. Давай, тащи, пожалуйста. Это давай вперед. О, скелетики, давайте завалите, пожалуйста, это здание, я вас прошу. Блин, как же это все сложно. Давайте, мои скелетики, валите их, пожалуйста. Капец, как он меня задолбал с этой пушкой. Моих всех скелетов убивает, говно. Это мой самый долгий бой, наверное. Ну, это был сарказм, конечно. Ну, реально, соперник жесткий. 30 секунд остается. Пускаем нашу пеку. Да завалите вы этих гадов тупых! Прошу я вас, давайте хотя бы на одну корону. Капец, что это за телка? Бабища какая-то. Мы его сделали! Хоть на одну корону, но мы его сделали. Сундучок, конечно, мне их тоже не даст, потому что мне дали один. Так, есть. 70 монет. Так. Ну, а мне свою собаку. Так, второй раунд. Так, сейчас немного пофармим. Сразу пускаем этих скелетов. Так, сразу же. Пацаны, тащите. Кто это такая? Ого, они его завалили. Сейчас. О, тут я походу проиграл.
Конечно, у нее какая-то тёлка, я не пойму, что это вообще такая, кто она такая вообще. Нет, вам меня не победить. Нет, пожалуйста, валите ее. Офигеть, у меня 200 хп осталось. Капец, вот это он жесткий. А все. Два, можем еще выиграть. О, вот это все, вот это дракончик, это все, это мы уже проиграли. Все. Это же не никак не выиграть. Дракона. -4. Нормально. 1-1 пока идем. Капец, один сундук открывается 7 часов. Я в шоке. Конечно, я не хочу тратить свои кристаллы. Так, у нас 400 этих трофеев. Как? Они у нас битва зомби называются. Давайте, третий раунд. Я должен сейчас 100 буду выиграть. И тянем кота за яйца. Сразу же не уже так. И опять же я какую-то команду. Опять это тупая овца. Капец, где они ее берут? Не, ну понятно, что она дается за какой-то определенный уровень. Она еще скелетов призывает. Пики такой вообще звук прикольный, такой воу-воу-воу-воу. Да давай, блин, как это, блин, я здесь опять всру. Вообще. Чёртенько. Чё, вы как купишь? Ну хотя бы башню бы не должны завалить. Давай, гоблин, тащи, ну чё ты их не бьёшь? Понятно, гоблин только идёт по зданию. Давай, скелетики, валите их. Блин, у него уже два здания. Все, я понял, это здание надо полюбовать. Давай. Давай, чё ж так долго? Капец у него, и у меня уже просто бесит. Ой, жесть. Нет, я тебя прошу, нет! Нет, 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 пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Нет, 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 пожалуйста, нет. Держись, держись. Гниды тупые, я вас ненавижу, мрази тупорылые. Это капец, ладно.
Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Майн. Всем удачи, всем пока-пока. Ждите новых серий.